Привет, YouTube. Это последняя кнопка 2, я обещал, я сделал. Да, я чуть-чуть опоздал, ничего страшного. Что такого-то? Пишите, что еще хотели вы, чтобы я посмотрел. Может быть, что-то старое, может быть, что-то новое. Обязательно. Все Я ссылки новый в описании. подвернула. И в Телеграм еще подпишитесь, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста! Ну, поехали. Что такое этот ваш Брайан? Ого, бля. Вау! Вау! Теперь вместо гномов святыня кажется гномом все нормально. Я вас вижу. Вау! Что за дед? О, дед, прими таблетки. Он что, с таблетками спит, что ли? А, ребят. Последняя кнопка 2. Китайцы. Китайцы? Ну, я понял. Я понял. Так, почему он в пижаме? Кто спит в пижаме? Что за хуйня? Вот если бы я когда-то делал марафон, что я бы спал дома. Я всегда сплю в трусах. Вот как мне спать? Что, мне надевать шорты и маечку? О, боже мой. Ну вот, пацаны, вы же все в трусах спите. Просто скинул носки, штаны, футболка и лег. И все тело соприкасается с кроватью, с холодной, с подушкой. И ты кайфуешь, просто на W лежишь, блин, да? Я известный блогер, не трогай меня! Я не хочу умирать! Нет, нет, пожалуйста, не надо! О! Ай! Что за дела? Вау! Ебать, качество сравнительно с первой частью, да? Все сетевое сообщество в напряжении. Зверские убийства топовых блогеров Рунета не оставляют сомнений. Мы имеем дело с маньяком. В полиции ничего конкретного не комментируют. Рыжий, значит, злой. Преступление обнаружены следы от гироскутера. Если вы располагаете информацией по местоположению преступника, сообщайте по телефону. Ебаться! Ты что, материшься, блин? Найс. Базан. Так, это Брайан оригинальный, да? Ты опять пытаешься взломать почту нашей соседки? Это было всего один раз. Она мне рассказывала, как тут решает за нее домашние задания, пока она моется в душе. Ты же знаешь, как мне не хватает учебы после окончания института. Так вот кто за меня... Я бы такие проблемы и врагу бы не пожелал. Я сдал диплом. Что ты меня путаешь? Смотри, помнишь, я тебе говорил про шифр? 2 года уже прошло. Успокойся. Вспомни, что он говорил по телефону. Теперь вместо гномов мы отправляем работать в шахты китайцев. Он что, говорил по громкой связи? Смотри, если заменить некоторые слова, то все встает на свои места. Гном — генная нейроориентированная мутация. Это блогеры, которые работают в YouTube. Тут бумаги, подтверждающие, что гномы были выращены искусственно. Китайцы — это настоящие блогеры. Чего? Как и ты. А бриллиант — это, собственно, кнопка. Ага, хорошо. Я понял. Как и ты. Ебать. Ну все, без вискаса ты, подлюка.
сука, рыжая. Доигрался. Вот эти свои лазеры убирай. Ничего от тебя не надо было. Только жил бы, срал бы, спал бы и ел все. Даже за аренду платить не надо. Я догадывался. Чё он к коту с отверткой подходит? Алло. Батан. Кто думает? Ты меня пугаешь. Это чё за Сильвестр Сталлоне? Так, мне нужно рыжего ублюдка для ТикТока снять. Вы не видели? Это я. Рыжий ублюдок для ТикТока. Видели? Я рыжий ублюдок для ТикТока. Тигра! Тигра! Он все равно хотел тебя убить. Этот очкастый доктор Моро переиграл в киберпанк? Блин. Все это время? Я знаю, что буду делать, Сашка, когда приду сегодня. У нас под носом жил кодификатор импульсных телерадиосигналов. Если проще, кит. Кит? Ладно, сейчас данные выгружу и починю тигру. Будет еще нажористый и тигристый. Я китайская ютуба-блогера. Не руби мне головка, я заплатить большая деньга. Я хочу с тобой, да? Так. Никаких материальных ценностей по сообщению родственников у погибших блогеров не пропадало, кроме знаков отличия, бриллиантовых кнопок Ютуба. Э, очкарик, долго еще? А вы думали, это как в кино? За 5 секунд делается? Да. Не пизди, работай. Ух ты. Блин, вот зараза. Завис. Вот я также, кстати, чиню компьютер. Мы как с ним похожи, реально? Может, мы братья, не от разных мам и от разных пап? А ты удали пару сотен рефератов по физике. Или анатомическую карту нашей соседки. Кстати, кто-то за меня сдал на права. Это уже террористический акт, ботан. Ау. Я бы с таким будильником телефон отпиздил бы, честно, ребят. Галоперидол. Опа-на. Блять, я тебе дам еще раз такие испуги. Кинчик глянем. Давай. И кота мне соберите. Мне еще 2 тиктока с ним снимать. Я даже знаю, как на это реагирует. С одной стороны, одна голая, а с другой стороны, ее убили. Буквально вчера в нашем городе произошло жестокое убийство. В ванной был обнаружен труп известного бьюти-блогера. Из ее дома была похищена бриллиантовая кнопка. Напомним, это уже не первое убийство известных блогеров за эту неделю. А теперь... Дальше. Чувствую себя умственно отсталой. Ну, а это как? Ну, это лучше, чем смотреть фильмы этого идиота. Неинтересно. Кал. Фигня. Дальше. Только не это. Отстой. Санина. Стой. А нет. Говно. Дальше. Отрыжка. Параша. Блевотина. Это тот самый друг, которому нихуя не нравится. Просто нихуя не нравится. Это чисто Саня. Я говорю, мы сегодня с ним нахуй прокатываемся на самокат. Я говорю, если бы недовольство было человеком, оно было бы тобой. Потому что ему не скажешь, первое, что он говорит, нет. Даже если да, сначала он обязан сказать нет. Сначала он обязан сказать, что нет, мне не нравится. А потом говорит, ладно, давай. Мерзость, отстой, кринж. Ну, конечно, дальше. У тебя действительно на лбу есть этот... Что?
Включи-ка лучше ютубчик. Ребят, еще чуть-чуть. И всем привет, дорогие друзья, с вами Артем А3. Рен, тупиков. Йоу! И сегодня мы снимаем для вас новое видео. А мы достаточно взрослые, чтобы это смотреть? Под названием «Экстремальные прятки от страшного клоуна челлендж». И клоун уже находится в нашей студии. Встречайте! Ребят, смотрите, как он страшный. Давайте подойдем поближе. Привет! Смотрите, он отреагировал. Посмотрите, ребятки, какой ужасный клоун. У нас все по-настоящему. Да, я беру под этим роликом. Парни, вы хотя чего? Хотя бы 2 миллиона лайков. А может только не трогай. Давайте наберем хотя бы 2 миллиона лайков под этим. Ребята, не трогай его. Ребята, давайте наберем лайки. Влад, что происходит? Влад! Вы что, снимать? Нет, ребят. Влад! Влад! Не смотри на меня. Не смотри на меня! Уйди! Уйди! Не смотри! Почти, ребят! Дальше. Чем тебе это не нравится? Ты серьезно? Я первый увидела! А я первый заметила! Ты просто врешь! Ты просто вредина! Сама ты Секунду, у меня от такого даже наушники разрядились, ребят. Так операторы всегда выживают. Да, странно, ребят. Как оператор умер? Почему сломали клише в этом сериале? Когда третья часть выйдет вообще? Можно сняться в третьей части у него вообще? Можно вообще с ним познакомиться? Можно вообще просто... Можно меня на видео позвать? Алло, можно этот... Ну, что-нибудь хотя бы дать? Вредина! Элитная модель N2815. Покупайте ее только у нас, в нашем фирменном отделе, на Кутузовском 94. Мама? Смотрите, какая отделка, какая тонкая выделка кожи, какая прекрасная лоснящаяся ткань. Внутренние подшипы выполнены из самого элитного материала. Приходите, вы почувствуете себя настоящей женщиной. Все, я уже кончил. Блять, все, выключайте рекламу, блин, СТС. Ну сколько можно показывать это такое? Быстрее сюда! Смотрите, я взломал сеть, через которую кибертигра передавал видеосигнал. Кибертигра? И могу подключиться к веб-камере хозяина. Черт! Они заклеили веб-камеру. Ты плохо заклеили. Микрофон? Сейчас. Все топовые блогеры уничтожены. Остались мопс, очкарик и волосатая. Один из них должен зарядить кнопку, и мое изобретение заработает в полную силу. Остальных уничтожь. И не забудь про бывшую сотрудницу. Это не у нас! У меня с ней личные счеты. Принято. Брайан, ты ведь никому не давал наш новый адрес? Нет. Пиздец. Блять. Кто это на? Вроде курьер. Я ничего не заказывал. А вдруг он адрес перепутал? Доставку на халяву получим. Оливия, не открывай! Общество защиты тиктокеров. Это мне! Распишите, пожалуйста. Ладно. Крестик. Ну нет у меня подписи. Чё, бомбит? Блять! Бежим! Подождите меня! Ой-ой-ой. Так,
Секундочку, я хочу умереть первый. А вот и ты, пирожочек. Что? На пирожочки потянула? Бросайте свое оружие, или я прострелю ему бошку. Бросайте же, бросайте. Ну, пирожочка я оставлю себе. Да почему этот ботаник, а не я? Я убью быстро. Так же быстро, как ты потеряла свою голову в нашу прошлую встречу. Кто это? Не-не-не, трупам не надо меня. Меня не надо, меня не хотят трупы. Жестоко. Бей ее! Блин, что вы стоите-то? Ударьте ее! Я думал, что хуйня пишет. Типа, не знаю, затроллить на смерть. Насмерть затроллить. Ну, приветик, ребятишки. Няня! Не тупите! Валим! Это няня? Я их упустила. С ними была... няня. Ладно, возвращайся обратно. Она сама их к нам приведет. Какого хрена твоя бывшая нас чуть не грохнула? Потому что она одна из гномов. И вообще... бывших не бывает. Брайан, что тебе известно про твою бриллиантовую кнопку? То, что мне ее до сих пор не прислали. Да есть можно? Здесь ну, всегда понятно, так холодно. Так вот, кнопка — это сложная система, которая способна к корпускулярно-волновому дуализму. И если ты не переключишься на русский, я тебе в заднем проходе создам вакуумную турбулентность внутреннего сгорания. Ой-ой-ой, слышь? Так. Очко ботаника не трогайте, оно запатентовано. Что? Сегодня вечером Сергей Вражко собирает известных блогеров в главном офисе YouTube. Цель быстрее. Вы слышали про эксперимент с двумя щелями? Ты про свои любовные похождения? Если блогера смотрят много людей, то вокруг него образуется поле из энергии квантовой зримости. Эти кнопки способны ее накапливать. Как аккумулятор? А калькулятор? Няня! Просто послушайте его! Ребята, давайте жить дружно. Ага. Сейчас есть дела поважнее. Верно. Ага. Ой, надеюсь, блядь. Теперь вы меня выслушаете. Какого черта вы вместе? А ты им не сказала? Они встречаются? Я работала на YouTube. Что? Да просто няней! Я даже спрашивать не буду. Послушайте, чтобы решить ваши проблемы и избавиться от преследования убийцы Гномолены, вам нужно проникнуть в офис YouTube.
И только я могу вам в этом помочь. Или у вас есть идеи получше? Есть. Ты меня достала. Еще раз. У тебя есть третий глаз? Нет. Жаль. Ну давай, рассказывай. Итак, главный на русском ютюбе Сергей Рожко. Он создал устройство, которое объединяет энергии всех обладателей бриллиантовых кнопок в единую систему. Ты последний из выживших блогеров, и твои подписчики для него лакомый кусочек. Он сделал видео, которое зомбирует людей. Теперь ему нужна твоя заряженная кнопка, чтобы адское изобретение заработало, появившись на всех компьютерах и телефонах. Так вот как появился ТикТок. Я разберусь с предателями. Придется начать испытание раньше. А вот это какой-то, как будто бы настоящий актер, да? А как же полиция, военные, спецагенты, в конце концов? Ему стоит нажать только на кнопочку, и все президенты мира будут целовать ему ноги. Ты еще и фут-фетишист? Да. Батан, ты можешь взломать компьютер удаленно и удалить это гребаное видео? Ты с дуба рухнул. Это же YouTube. Они защищены лучше, чем Тор-браузер Цукерберга. Батан. Ну ты же... Батан. После моего последнего взлома они усилили защиту. Сейчас это физически невозможно. А если напрямую с сервера? Это возможно. Стоп, что? Я раздобыл пропуск уборщика. Стоп, что? С помощью которого ты можешь проникнуть в офис YouTube. Но есть две проблемы. Первая. Они установили металлоискатель. С оружием мы не попадем. И вторая. Они знают в лицо всех популярных блогеров. А хорошо, что я тогда не блогером был. Опасно было. Есть одна идея. Меня бы убили, наверное, ребят. Ты чего это на меня смотришь? Сейчас влогер. Слепзов, я не влогер. О, клубешник. Девчонки здесь есть? Хотя бы 2-3. Ой, ну что это? Здрасте. Такое? Привет. Давай! Отпустите меня! Никто не смеет быть мою голову! Кто придумал эту идею? Брайан, я убью тебя! Два! И тебя тоже! Кто-нибудь помогите! Твари! Пошли вы всем в жопу! Теперь она меньше похожа на трансвестита. Теперь нас точно не узнают. Ебать! Оливия проникает в офис YouTube под видом уборщика. Вы пойдете на 99 этаж, оттуда на 100. Главный сервер находится там. Но после подключения ноутбука может сработать система безопасности. Поэтому мы с няней пойдем в комнату охраны и отключим ее. Это план Б. Если проще, 8 килограмм C4. Не удастся удалить видео, сорвем устройство в рожко. Кнопка, усилитель, антенна. Батан, не повреди антенну, а то взрывать придется в 4 метрах от бомбы. Могу поспорить, у него есть второй такой. Мы с планом сами YouTube. Почему ты в трусах? А ты что хочешь? Почему ты в трусах? А ты что хочешь, чтобы я был без трусов? Это же офис Ютуба. Знаешь, сколько здесь металлоискателей? Важнейших новостей из нашей платформы. Мы собираемся около центрального зала. Ждем вас. Где вся охрана? Видео в рожко содержит звуки низкой частоты, которые превращают людей в гребаных зомби. Поэтому мы все наденем наушники и создадим конференц-звонок в перемешку с хэви-метлом. Даже турникетов нет. Мне нравится мне все это. Выходит, я зря голову мыла! Вот отстой! Ладно, идем. Так, почему она голосом Брайана Мопса говорит? Ребята,
Ребята, стоп. Дальше действуем по плану. Ты идешь в серверную, мы в комнату охраны. Окей? Угу. Пошли. Привет, с вами Педро, король флирта. Ненавижу блогеров. Сегодня у всех главных инстасамки. Так и выглядят, кстати, тусовки блогеров, я вам серьезно говорю. Я поэтому туда не хожу никуда. Не потому, что меня не зовут, а потому, что я вот так вот хочу. Какая девушка. Сейчас я для вас клею, прям в прямом эфире. Че, ботан, ревнуешь? Девушка, а вы не хотели бы сняться в постанове? Блин, говно шампунь. Чего тебе? Извините. У вас, кажется, фильтр слетел. Бесфильтровая уродина. Ну вот, все вы здесь. Настало время для пробного эксперимента. Наушники, быстро! Обезьянья оспа? Черт! Поехали! Валим! На! Что это? Фури? О! Никого. Пошли. Давно я не был в этой комнате. Да, запах тухлых макарон нельзя спутать. А еще я помню, как ты шмонал меня на посту. Каждый раз. Шмонал. А нечего было спирт с лаборатории тырить. Хм. Кстати, спасибо, что меня из той хижины вытащило. Да не за что, пухляш! О, топор! Ага, пошла процедура загрузки. Пошла возня, надо было сказать. Тут нужен уровень пропусков А. Подождите меня! Вода быстрее! Этот в трусах бежит. Пошел нахер! Сраные недоблогеры! Косплей Уолтера Уайта. Ты же говорила, что его легко будет вскрыть. Ну да, обосралась. Пирожочек, ты тут? Ребята, делайте с ней то же самое, что с котом. Для этого надо будет ее раздеть сначала. Я понимаю, это жертва, я понимаю, да. Но, блядь, с киберлюдьми-то как еще по-другому? Ну да. Не, ну а хорошо, где я, не прав-то? Здесь пахнет предателями. Я тут что подумал? Мы тут, знаете ли, мир спасаем, а многие даже не знают этого. Сидят себе дома. Что? Сидит на ютубчике. Стоп, стоп! Кто в это время хочет устроить гребаную антиутопию? А вот когда мы сидим дома на ютубчике, сколько людей спасают мир в это время? Пока мы не знаем. Вот вы же не задумываетесь, что я делаю, да, пока стримов нет? А я, может быть... Я говорил не один раз. Вы видели когда-нибудь Бэтмена и меня в одной комнате? Оливия. Тебе лучше не думать. Согласен. У нас с тобой, сучка, личные счеты. Твоя горилла мне голову оторвала. Это не повод убивать моих гномов. Отойди! Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Что за дела-то? Это же степлер. Ой-ой. Идем.
Надеюсь, няня с подписчиком уже отключили защиту сервера. И мы сможем вскрыть его. Ага. Держи. Я бы просто взорвал это все на их месте. Эй, так вы, может быть, ей чуть-чуть припиздите, чтобы она не стояла, не заклеивалась, а степлером. Приколиста два стоят. Что тут, пока она восстановится. Твою мать! Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ты такое? Вот, сучка! Ох. Ну что, посмотрим. Здесь пока нет доступа. Попробую сам взломать. А ты оказался не настолько ботанистый. Что ты хотела? Криптозащита последнего уровня. Отвали! Угля! Цепляй ее наружу, бери к себе! Угля! Есть! Блин! Взяла! Какой пароль? Такой же, как серверный! Ага! Есть! Объект сломан! Сейчас мы узнаем все грязные тайны этого маньяка. День 21. Объект 16 убил своего кота, который снимался у него в роликах. Ой, господи. Так, найдена причина агрессии. Это психоз из-за детского контента. Это моя драка! Беги! Ой! Вали уже! Береги яйца! Поздно! Так, тут еще кое-что. Здравствуй, моя доченька. Ты еще не родилась? Но я уже хочу поведать тебе страшную тайну. Стоп, что? Дело в том, что я работаю на YouTube, нянчу дочку генерального директора. Этот псих ставит жуткие эксперименты над ней. Хочет превратить ее в неубиваемого монстра. Вот, фу. Совершенно одержим идеей выращивания искусственного блогера. Его нужно остановить, иначе пострадают еще тысячи, тысячи невинных детей. Ради достижения своей цели он пойдет на все, даже на убийство своей собственной дочери. Пока что не знаю, как назову тебя. Оливия. Надеюсь, что ты вырастешь очень доброй, умной, красивой девочкой. Няня, мама чистой магнатки? С такими же шикарными волосами, как у твоей мамы. Чем она, черт возьми, занималась? Здесь есть какой-то скрытый файл. Пожалуйста, я не хочу, чтобы он... Не хочу, чтобы он... Вообще... Ебать. Ботан, срочно скинь мне эти файлы на почту. Отправляю. Подождите, тут еще одно видео. Он убил ее.
Мурашки, клянусь! Стоп, стоп! Он убил собственную дочь. Бедная девочка. Сколько еще детей пострадает от его рук? Нужно остановить его. Я сделаю все, чтобы остановить его! Боже, как это теперь развидеть? Здесь нам больше делать нечего. Нам нужен главный сервер. И я думаю, что он находится в кабинете у Вражко. Пирожочек! Ау! Чёрт! Она снова нашла нас! Блин, 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 блин! Пирожочек! Да когда же она сдохнет? Ребята, быстрее сюда! Хочется отведать места! Мы с тобой еще никогда не были так близки. Нашел место. Мамочка сделала маникюрчик. Хочет обнять тебя всеми ручками. Мамочка голодна. Любимый. Пирожочек. Быстрей, сюда. Ты ведь без яиц распрячешься. Они у тебя во рту. Пирожочек. Где же ты? Как они испарились? Ай, что ты делаешь? Ну все. Давай! Руби, блядь! Может, механика Dead Space тебя утихомирит? Ай! Сучка! Кто-нибудь помогите! Помогите! Эй! Легенда! Иди сюда! Легенда! Береги ее. Ползи. Ползи. Я сделаю тебе... Я заразилась от твоих стримов, обезьяний Освай. Сейчас еду в больницу. Ты была права со второго детонатора. Детонатор. Она потеряла от меня голову. Брат, как ты выжил? Обернись! Нет! 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 Твою мать! А, ты чё? Что это нахрен было? Боже мой! На одного подписчика меньше. Блин! Что? Офис? А ты что думал? В логове злодея одни маньяки работают? Не забывай, что это самый главный офис Ютуба.
Простите, коллеги. Наше дело требует жертв. Блять, извините. Что, опять? О чем он говорит? Наушники, быстро! Плакать зашел сюда! Ну! Нет! Нет! Победи! Победи! Последний не смог убить, и последнего она не добила. Неплохая драка получилась. А? Поменяй. Давай, включай замену. Что это за дела? Где эта тварь? За мной. Это же... моя кнопка. Это последняя кнопка, да? Надо срочно удалить вирусное видео. Сейчас я это сделаю. Действуй, очкарик! Черт! Я не могу удалить видео. Файл размножается. Я его удаляю, он появляется вновь. Понятно же, что миру пи***ц. Как ты это делаешь ртом? А это ты не меня спрашивай. Все, давайте этого старичка на пенсию. Ботан, ну напряги ты мозги. Попробую кое-что. Спасибо, Брайан. Ну, а теперь заряжен. Я смогу довести эксперимент до конца.
Так, хочу на секунду обратить внимание, что, ну, я вот прямо верю игре актерской вот этого деда. Прямо я даже забываю, что это какой-то короткометражный фильм. Это вот хочу отметить. Не сегодня. Ребят, очень не советую. Посмотрим. Втроем! Ай! Ой, ой, блядь. О, боже мой. Что за дела-то? О нет. О нет. Пипец. Из-за него замедлили YouTube. Ты умный парень. Я хочу, чтобы ты остался в моем новом мире. Ты чертов псих! Хочешь убить половину человечества? Ультразвуковой сигнал никого не убивает. Он посылает закодированную информацию, которая маскируется под инстинкт подчинения. Что за херота-то, блядь, я не понимаю. Он что, тоже робот, что ли? Ой. И когда я буду владеть миром, он станет процветающим. Ку-ку, ёпта! Еще раз! Да, ребят, у нас конец короткометражного фильма, подождите 5 минут. Я думаю, там еще не успела выйти. Олеся? Всех убили, что ли? Давай, ботан. Не время умирать. 20 февраля 2020 года. Это последняя запись в моем дневнике. Видеогипноз не делает из людей зомби. Он лишь раскрывает их инстинкт подчинения. Я был бы хорошим правителем за то время, что мне осталось. За этот короткий срок я бы смог доказать, что люди могут жить в мире. Но я вынужден применить план Б. В моем компьютере установлен детектор со счетчиком моего пульса. И если я умру раньше времени, то приказ будет другой. Кидры, квест, пропитай. Убей того, кто к тебе близко. Это же чертов геноцид. Все люди поубивают друг друга. Я не успею остановить процесс. Но я могу перенаправить его на другое видео. Выбери любое видео с котиками. Это так не работает. Нужно новое видео без трафика. Брайан, ты должен снять новое видео на канал. Здесь нет сети. Сейчас.
Я запишу видео. Ждите. Процесс пошел. О, черт! Мы не успеем. У нас тоже есть план Б. Ты еще можешь уйти. Оставь мне пульт. Я разнесу тут все. К чертовой матери. Снова. Я просто представила, если бы у нас получилось. Блять! Я тебя всегда любила. Вещей. Вместо того, чтобы бежать и гнаться, иногда нужно остановиться и прислушаться к вещам, которые окружают тебя. Вали уже отсюда. Мы опоздали. Стой! Любить никогда не поздно. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Сейчас на видосе взорвется, блин! Этим видео я хочу сказать спасибо вам за все, ребят. Видео на YouTube Брайан Мапс сегодня получил бриллиантовую кнопку. Эту награду вручают популярным блогерам за 10 миллионов подписчиков. Однако по неизвестным причинам YouTube не высылал награду блогеру на протяжении 2 лет. Напомним, ему удалось запечатлеть взрыв в кабинете Сергея Вражко в тот момент, когда глава российского подразделения YouTube находился на рабочем месте. Именно благодаря этому видео количество подписчиков Брайана стремительно приближается к 50 миллионам. А теперь скажем новостям в минувшие выходные.
Закройте чат. Посмотреть хочется. Советую бросить. Рад, что получил кнопку. Ты принес флешку? Как круто, охуеть, ребят. Здесь все, что мы успели скопировать в сервер на YouTube. Вау. Я передам это журналистам. С этим YouTube точно конец. Как и договаривались. Увидимся третий раз? Точно нет. Кстати, у тебя кончились. Шизофрении, ребят. Спасибо, Брайан. Давайте теперь понятно, почему Брайан Мапса любит. Вау! 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 Вообще охуеть! У меня аж мурашки были несколько раз. Слышите? Это вообще вау! Это вообще сценарий просто охуенный. Просто охуенный. Я не знаю, кто писал его, но он просто супер классный. Серьезно. Вообще всем людям, которых вот эти сейчас композиторы, художники, им вообще большой респект за то, что они помогли Брайану вот это все сделать. Это вообще изумительно. Охренеть. Конечно, понятно, почему Брайан Мапс это любит. Брайан писал. Ну, Брайан Мапс, ну, вот реально. Я как человек, который снимался тоже в короткометражке. Респект. Кто я такой, казалось бы? Ну, респект вообще. Респектище. С ума сойти. Да, я ведь Б поставлю. На. Капец, YouTube, пишите, как вам, которые в сотый раз смотрели. Мы идем смотреть «Маму в 16» в прямом эфире дальше. Вот, короче говоря, вау, это было вообще круто.